1 апреля во всем мире отмечают День смеха. Хоть события и не внесли ни в один календарь всенародных праздников, его с большим успехом отмечают в России. Мы решили задать несколько каверзных вопросов тверичанам. Их ответы увидите в нашем сюжете. Какая была фамилия у мужа Надежды Константиновны Крупской? Не знаю. Крупский? Конечно, не помню, но читала. Ну, у мужа Ульянов. Ну, Ленин, Ульянов. Знаете, молодцы. Ну, а как же? Ну, в школе, наверное, учили нас. Название какой реки есть у вас во рту? Это сложно. Язык. Река Язык. Есть такая река? Да нет такой реки. А какая есть еще предположение? Зубы. Река Зуб. Да. Нет такой реки. Десна. Десна. А, да, Десна же есть. Как правильно говорить, Ирак или Иран? Ну, Иран. А вы как думаете? Значит, я думаю, Ирак. Что крутится? Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли? Земля вокруг Солнца. Как правильно сказать, Иран или Ирак? Так это две разные страны. Чем заканчивается все? Буква Ё. Как звали отца Александра Сергеевича Пушкина? Сергей. Солнце – это вообще что? Комета, планета, что это? Это звезда наша.